Всем огромный привет! Фух, как давно не было видео у нас на канале, это, наверное, прям целая вечность. Прошло уже очень много времени, и, скорее всего, многие из вас о нас забыли, но, выпустив последний ролик, мы увидели, что вас все-таки еще интересует, как мы, куда мы пропали, и что вообще произошло. Мы сейчас находимся в России, уже полгода. Да, так получилось, что по непредвиденным обстоятельствам нам пришлось улететь обратно домой. Но я считаю, что это не проблема, и раз вы так по нам сильно скучаете, как и мы по вам, то мы обязательно будем снимать видеоролики. Расскажу вкратце. На данный момент мы находимся в России, и еще целых полгода мы будем копить деньги, чтобы улететь обратно в Таиланд. Поэтому, если кто хочет помочь по материальному каналу, то все ссылочки я оставлю в описании. Ну а в целом, нам есть о чем рассказать о Таиланде. У нас очень много чего накопилось, без фальши, без купюр, рассказать все, как есть на самом деле. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, не пропускайте видеоролики. И надеюсь, что уже с лета мы начнем выпускать видео про Таиланд уже в более интересном формате, уже в более хорошем качестве. Ну а на данный момент мы занимаемся Ютубом, у меня есть свой канал, Максим занимается своим каналом, также мы работаем. В общем, делаем свои дела, помогаем родителям. И знаете, когда мы сюда вернулись, то контрасты ударили по глазам очень сильно. И на самом деле, я даже никогда не замечала, что в России даже пачкается так сильно обувь. Мы как приехали летом, все мои белые слипы превращались в какую-то серую басу. И вообще, конечно, мы стали понимать уже спустя время, почему люди такие злые. И как вообще тут сколько всего непонятного. Наверное, стоило уехать на полтора года в Таиланд, чтобы понять, все прелести нашей страны. Я не говорю, что наша страна плохая, но я говорю, что у нас есть много минусов, которые замечаю лично я. И я думаю, что мы сравним еще обязательно наших две страны, обязательно мы еще расскажем очень много интересного. Ролики постараемся выпускать как можно чаще, поэтому не пропускайте, подписывайтесь на канал. И единственный у меня для вас остался вопрос. Будет ли вам интересно проводить прямые трансляции в режиме реального времени? Если да, то напишите, пожалуйста, в какое время по Москве вам будет удобно общаться с нами. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы и пообщаться онлайн, поэтому будем вас ждать. Спасибо, что остаетесь с нами. Ну а это видео вышло на канале «Везде хорошо», и он все еще живет. Так что те, кто не любит наш канал, у кого аж сыпятся волосы от злости, пейте успокоительное. Скоро мы вернемся вдвойне.